Всем привет, с вами Ариана Годой, автор романтической истории, в главных ролях которой греческий бог и ведьма. И сегодня я отвечаю на вопрос для преданных фанатов «Из моего окна». Как бы вы описали феномен «Из моего окна»? Я бы сказала, что это нечто очень яркое, история, полная любви и огромной поддержки. Я думаю, что людям очень понравилась история, и мы создали своего рода семью. Какие отношения с вашими поклонниками? Я думаю, что мы большая семья, мы очень связаны и постоянно взаимодействуем друг с другом. Мы похожи на одну из таких семей, которые часто встречаются и разговаривают друг с другом, и пьют кофе. Как охарактеризуете своих фанатов? Я чувствую, что от них исходит много взаимной поддержки. Например, мне нравится, когда я захожу на Wattpad, вижу, что у кого-то есть вопрос или какая-то проблема. И мне нравится, что помимо меня и другие отвечают людям. Мы — это сообщество, где мы поддерживаем друг друга. Я чувствую, что это делает их очень особенными поклонниками. Слушаете ли вы своих поклонников, когда они оставляют свои комментарии на Wattpad? Одного за другим, потому что иногда они помогают мне заполнить некоторые пробелы в сюжете, и я говорю: «А ты права». Они мне очень помогли при создании книг. Были ли какие-то изменения в процессе между первоначальной идеей и конечной версией? С первой книгой вначале у меня были другие планы для Йоши. Мне бы хотелось, чтобы он был больше вовлечен в процесс. Хоть он и часть истории, но его мало. Он все больше отошел на второстепенную роль, потому что Ракель все время сосредоточена на Арисе. Изначально я хотела создать больше драмы, чтобы Йоши было больше в книге. Создал бы своего рода любовный треугольник, но потом я поняла, что так пропадет главная суть истории, та химия между Арисом и Ракель. Расскажите нам что-то, чего мы еще не знаем про книги. Я не уверена, что могу говорить об этом, но да ладно. Я думаю о том, чтобы написать «Из моего окна» от лица Ариса. Мне кажется, это было бы очень интересно, и думаю, что много людей захотели бы увидеть, как он жил, историю от его лица. Для какой саги вы являетесь преданным поклонником? Я большой фанат «Сумерек». Также это сага про вампиров от Энн Райс, по которой был снят фильм с Томом Крузом «Интервью с вампиром». Я очень любила эту сагу. К сожалению, Энн Райс не так давно трагически скончалась. Я буду очень по ней скучать. Что для вас значит чувство фанатов? Я их очень понимаю. Понимаю ту интенсивность чувств, когда ты становишься фанат чего-либо. У меня также было с «Сумерками». Я простояла огромную очередь, чтобы купить билет, стала очень предана этой истории. Я думаю, это прекрасное чувство, когда ты относишься к чему-то с такой страстью и любовью. Будь у вас возможность, чтобы вы сказали Ариане Годой из прошлого. Наступит день, когда в твоей жизни появится семья в сети, и ты почувствуешь эту страсть и поддержку, и это будет прекрасно. Так что держись, Ариана.